В Минтруда России рассказали, как можно подать заявление на единовременную выплату для школьников. 10 тысяч рублей могут получить родители, усыновители, опекуны детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом ребенку должно исполниться 6 лет до 1 сентября 2021 года. Итак, на портале госуслуг или в Пенсионном фонде России нужно подать дистанционно заявление. Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября этого года. При дистанционном обращении никаких справок от родителей не потребуется. Не можете оформить заявление удаленно? Приходите в Пенсионный фонд лично. Заявление должны рассмотреть в течение 5 рабочих дней. А в Пермском крае на этой неделе стартовала невероятная по своему смыслу акция «Свеча памяти». В этом году она снова пройдет в онлайн-формате. Присоединиться к акции может любой житель Прикамья. Зажечь свою свечу памяти можно на сайте деньпамяти.рф, включительно до 22 июня. Сколько свечей в ходе акции будет зажжено на сайте, столько средств будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Одна виртуальная свеча – это 1 рубль. Все средства будут направлены благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам. Тем временем в Любимове продолжаются строительные работы на крупных объектах и благоустройство территории. Ведется большая планомерная работа в направлении мобилизации трудовых ресурсов. Так, в мае и июне на стройплощадке уже вышли более 100 новых рабочих. Активно привлекаются и студенческие отряды. По поручению гендиректора корпорации развития Алексея Буракова решается вопрос о переходе на круглосуточный режим работы. Эту идею поддержал подрядчик, который работает на 15-м квартале. Уже с 1 июля Интерстрой планирует работать 24/7. До 1 августа планируется завершить асфальтирование площадок и проездов, озеленение территории, а также установить урны, скамейки и детские площадки. Напоминаем, сегодня в микрорайоне сдано уже 15 домов, продолжается строительство еще 14 жилых объектов.